Обсуждают краснодарцы в интернете и новую форму российских футболистов. Накануне они прилетели в Краснодар, чтобы сыграть товарищеские матчи с португальцами. Напомню, его перенесли из Лондона в кубанскую столицу из-за технических неполадок на английском поле. В нашем городе у футболистов запланированы 3 тренировки на стадионе Академии Краснодар. Ну, настраивают самым серьезным образом. Португалия – это соперник топ-уровня, понятно, да, что там выбор футболистов очень велик, и, естественно, все понимают, насколько серьезная будет игра у нас здесь у вас в субботу. Несмотря на традицию не стирать форму после забитых голов, в состязаниях с португальскими соперниками наши футболисты будут в обновках. Комплект торжественно представили накануне в программе «Вечерний Ургант». У многих вопрос сейчас. Форма кардинально изменилась, но у многих вопрос в чем? Когда ее видишь на Дзюбе, невозможно понять, в чем она изменилась. Что изменилось на форме? Ну, он говорит, в той он забивал по куче голов, а это еще неизвестно. Это еще пока неизвестно. Новую форму шили для чемпионата Европы, который пройдет во Франции в 2016 году, но опробовать ее решили пораньше. От прежней ее отличает отсутствие белых полосок на плечах. Дизайн комплекта связан с историческими традициями нашей страны. Изображение орла играет особенную роль. Он отражает ключевые для жителей России ценности – мужество, единство и свободу. Комплект выполнен в цвете благородной бургунди и суперлегкой ткани. Поможет ли новая форма выиграть нашим футболистам, узнаем 14 ноября. Напомню, матч будет проходить на стадионе «Кубань».